Убираем там сейчас. Ну, вот таким образом. Ну, лошадки я тебя не принимал. К сожалению, я хорошо с маленьким аппаратиком лошадку запускал. Ну, и думаю, заодно попробую провести связь. Ну, вот на 10 ватах я там с ним провел связь. Но тебя вообще не смотрел по нулям. А принято прием? Нет, по нулям не мог, потому что у меня сейчас все почти 500 ватт. Ну, это точно на 14. Там, это просто мы не состыковались, наверное, на приезд. Нет, мертвая зона чистая была. Это редко бывает, но бывает, я слышу. Ну, а так вот, у меня мертвая зона в Красноярске. Мы, наверное, почти на границе тут, от Красноярска. Так что мы как соседи прям. А, ну, может быть, да. Может быть, такое не исключает. А вот у нас, ну, видишь, как со мной вровень идет. Ну, вот это много. Я когда отдыхать за вас ранил, побережье своего, я даже не сыпил. Ну, сейчас голова окружилась. После приборов нет, водили приборчики, и вот по ним по стрелочке больше. Катушки тогда шел, значит, да, и тому подобное. Не без этого, конечно, это шутка, но что сделаешь. Вот он есть, вот прям. Да ладно, все, у нас есть ведущий. Ульяна 0, Анна О. Сергей, вам Майка. Ему никак по ЗНО не может запомнить. Радио Ульяна 0, Анна Николай Ульяна. Так, Юра, ты на этом, на 757, да? Не-не, я сейчас на базу, я сейчас переключусь. Ух, а у меня тут микрофон нету. Ну ладно, потом скажешь, что получилось, я тут микрофон не задел. Сейчас, я недолго, секунду, я уже тут буду. Ну давай, переключайся, после седьмой послушай. Я вроде и сказал радиоуфьяна, в скороговорке своей не расшифровал сразу. А вот такие дела. Так, Юра, ну хорошо, ладно. Юра, давай говори. Ты что, не понимаешь, Лазарь? Я не думаю, никаких. Юра, ты мало глухой, как в почке сидишь, говоришь. Высоких нету, вообще ничего нету. Вот такой глухой сигнал, что очень трудно читается, например. Вижу, у него только 200-300 герц, больше нет ничего. А динизатор идут он. Ни средних, ни высоких, ничего нет. Ну, сейчас нормально, сейчас хорошо, например. Да, пойдет нормально. Нормально работает все. Сейчас нормально сигнал, все не ставится. Нормально, Юра. Да, Юра, нормально, так что доведешь до ума. Большое Юр, спасибо за подход, за лайк, хорошего вечера.